премиальное японское решение, мануфактура Кикубоши, фион в данном случае 6800, была получена мной сегодня от Юрия. Задача по ней была полностью восстановить былую удаль и в результате бритву поставить в строй посредством заточки. Что, в общем-то, и было сделано, спешу поделиться. Первым делом бритва была разобрана, оправа была вымыта, выполирована. Вместе с ней клинок, естественно, освобожден был от ненужных следов времени и эксплуатации. Надо сказать, то ли не барбер, то ли приличный человек ее точил, но никаких уменьшений клинка, которое очень часто мы наблюдаем именно от японских коллег, здесь не произошло. Бритва имеет половинную выборку, крайне приличное состояние. Естественно, заточена и абсолютно готова к любым испытаниям. Сейчас мы ее проверим и безотлагательно будем отправлять законному владельцу. Сталь просто замечательная, естественно, такая, как и должна быть. Поглощает любой потенциал абразивных материалов ровно так, как должно. Однообразная, плотная, тверденькая, очень-очень и очень хорошая. Кстати сказать, справедливости ради. Углубился я более детально в изучение вот этого камня, который прибыл вчера. Это Shepton Glass 8000, которая High Carbon серия. Показалось, что чрезмерно. Чрезмерно он скалывает кромку. Поэтому пока, наверное, разочарование одерживает верх над сатисфакцией. Ну, благо есть альтернативные ходы, но пока вот эта ситуация не совсем понятна. То ли его надо замачивать, то ли его надо выбросить, то ли его нельзя по бритвам применять, но пока больше минус, чем плюс. Так что такая вот неоднозначная ситуация с этими камнями. К счастью, несчастью, данность такова, что поиски подготовительных камней синтетических продолжаются. Опять глаз кривится, начал смотреть. В Рокс завезли премиальную серию Нанивы. Это, как же эта серия называется? Ну, там какие-то вообще некрещенные. Сигма. Сигма это называется. Некрещенные цены на камни. Очень странные градации. Типа 13 тысяч грит. Ну, есть там и 20, и 30 тысяч грит. Цены сказочные. Как раз для таких дурачков, как я, которые камни ищут бесконечно. Ну, это такое, отдельная лирика. В сухом остатке. Бритва готова. Юрия приветствую сердечно. Безотлагательно пакую и отправляю. Уже фреймбека и там еще один прекрасный клин Рамю уже будут попадать в вечернюю сессию. Ну, твердо верю, что до конца текущих суток мы и по ним вопросики закроем. Все, пока все. Спасибо за внимание. Всем удачнейшего дня и до скорых встреч в эфире. Пока.